Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill The Room. Мы находимся в своей комнате, и здесь вот это. С этим пока бороться никак не получается. Ну, и в принципе, мы находимся в мире леса. Там все очень плохо, потому что там за нами следует по пятам Уолтер Салливан, который не прочь нас убить. Но, в принципе, пока что у нас хватает всего. Вот это вот мы сейчас поставим на манекен. Нам нужно возвращаться там с Алин. К тому пепелищу. И как-то каким-то макаром. Я вообще подумал, какого черта я ее с собой таскаю. С одной стороны, конечно, понятно, что она читает. Так. Мне товарищ рассказал, что где-то в кладовке есть масло. И мы можем сделать вот так. Теперь он будет гореть долго. Так, я пропитал его, нет? Ну, вроде все сделал, да? Просто здесь это, как понимаете, не очень очевидно. Так, подлечимся и вперед за приключениями. Господи, как я люблю эту игру. На удивление, чем она сложнее становится, тем интереснее в нее играть. Другое дело, что скоро у нас закончатся аптечки, и все будет печально. Так, хватаем пестик. Но, по сути, постараемся уворачиваться от Уолтера и уворачиваться от этих призраков. Их тут очень много, они все очень злые, и у них определенно какие-то проблемы с нами. Алин, Алин, пойдем. Здесь, кстати, за нами гоняется Джаспер. Это не он. Алин, пожалуйста. Алин, Алин. Алин вошла. Джаспер тот самый деревенский дурачок, который присутствовал во время нашего первого посещения этого места. Потом он сгорел. Алин. Вот он, кстати говоря, пришел. Так, ты со мной? Алин со мной. Все, пора уходить, потому что эти мухи, на них лучше не обращать внимания в целом. По-моему, она не здесь. Нет, она здесь, уходим. Короче говоря, с ней столько головников, что я предпочту ее оставить в следующий раз на пепелище. А там буду бегать один. Так у меня гораздо больше шансов выжить. Так, варим. Не идем сюда, потому что здесь эта штука как-то мне не очень нравится. Сегодня у нас как-то прохождение началось с того, что мы идем галопом по Европам. Так, это что? Как я тебя не заметил в прошлый раз. Ну, паника была, тут бегал Уолтер Салливан. Ох, ох, ох. Нет, просто уходим. Нет времени драться. Сейчас Алин только зацепим. Все, уходим, уходим. Пойдем, Алин, пойдем, 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 пойдем. Да посмотри, вот я из-за этого просто не хочу ее брать уже. Так, все, попробуем. Да, тут. Короче говоря, пусть тут и остается. Дневники можно прочесть, но если ее в итоге убьют, то я себе этого не прощу. Лучше обойдемся. Хорошо, наш манекен, и сейчас мы ему дадим еще одну деталь. Правая рука. Осталось у него две конечности еще, да? Или подожди, у него не очень хорошо видно. Ну, как минимум одна рука еще и одна нога, понятно. Так, ладно. Я думаю, скоро мы отсюда все-таки выберемся, но сейчас мне нужно взять топор в руки и топануть отсюда. А ты, Алин, отойди куда-нибудь вот сюда. У нас, в принципе, последняя дверь, как я смотрю, осталась. Все. Да блин, не догоняй меня! Вот когда не надо, она бегает за мной со скоростью спринтера. Я один? Отлично. Бежим, детишки явно недовольны. Так, слишком темно. Понял.
Придется их убить. Призраков вроде нет, так что все будет более-менее спокойно. Ах, ушла. Ну, давай. Хорошо вошло. Так. Да не вставай. Ушло. Давай, давай. Минус одна. Я надеюсь. И второму вошло. Падай. Не встав. Не вставай. Все, вот теперь наверняка. Так, хорошо, где нам взять факел? Вот что меня волнует сегодня больше всего. Я думаю, там дальше еще что-то будет, но мне кажется, что... Ладно, пойдем посмотрим. Какое хреновое место. Здесь я что-то факел не наблюдаю, кстати говоря. И вы знаете, вообще здесь, я так понимаю, можно будет провести Айлин, чтобы она нам почитала дневники о будущем. Сначала зачистим, конечно, все полностью. Ничего. Да, похоже на то. С каждым разом, когда я смотрю на нее, она пугает меня все больше. Взять? Что тебя пугает в этой кирке? Кирка отчаяния. Она очень мощная. Топор мощнее, я думаю. Кирку надо будет в дырочку положить потом. Так, ну и в принципе ее можно провести сюда. Это патроны? Ну да. Где-то здесь, по-моему, была дыра в стене. Маленький Уолтер. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name or a home either. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Ashfield Heights right after I was born. Мы про это читали. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me. But it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. Бедный пацан, его обманули. Далее Галеспи сказал ему, что скоро он встретится со своей мамой. А после этого мы читали его дневники, помните? Так, ну взять мы ничего не можем. Вот дыра. Сейчас мы все сгружаем. После этого сюда надо будет привезти Алин. Или не надо будет. Посмотрим. Так, я надеюсь, там из стены ничего не лезет. Кроме того, что уже есть. Это, конечно, меня беспокоит, но, по сути, не так опасно, как могло бы быть. Вот, смотрите, я не могу, допустим, про озеро Талука почитать. Странно как-то это все. Какого черта? Ай! Так, для начала я сохранюсь, пожалуй. А потом мы попробуем изгнать злых духов из этого телевизора. Господи, как это странно звучит. Работает, нет? По-моему, нет. Да, помогло.
Хорошо. Ну и слава богу. Туда мы не подходим, потому что этот как-то у нас... Смотри. А, мне показалось, там что-то страшное появилось на картине. Здесь тоже мне не особо нравятся звуки, но пока что это не пытается нас как-либо убить, поэтому все нормально. Кто-то по-прежнему продолжает писать, типа, позвони по этому номеру. Блин, я в первых сериях еще позвонил. Ничего там нормального не было. Так, в общем, зачем я сюда пришел? Мы складываем, допустим, вот это. Кнут убираем. Убираем кирку. Да и, в принципе, у нас 4 слота остается. Может, патронов взять? Почему бы нет? 3 слота, я думаю, нам хватит для всех наших приколов. Хотя, знаете, я смогу здесь перезарядить? Да, смогу. Вот 10 патронов пускай будет. Остальное мы пока уберем в ящик. Хорошо, свечка пусть остается, если там Алин начнет накрывать. И теперь нам нужно пройтись вообще. Тихо, спокойно. Так, здесь ничего нового. Да, все спокойно. Отлично. Хорошо, но мы сохранились, и, в принципе... Вы видите, у меня есть ощущение, что цепей поменьше теперь забирает это место. Или мне кажется. По крайней мере, вот эта штука свободна, да? И вот это. По-прежнему ничего. Такое ощущение, что мы вообще теперь живем далеко от реального мира, потому что никто даже не проходит. Хорошо, продолжим. Да, нормально. Интересно, а куда этот медальон? Здесь мы прочитать без Алины не можем. Подозрительный на вид медальон. Взять, конечно. И знаете, у нас там, где Джаспер проявился, там на стене была, похоже, выемка как раз для него. Если мне не кажется. Так, и патроны. Револьвер. Я бы предпочел, конечно, другие патроны. Ну ладно. О, появились товарищи. Да в каких количествах еще? Вы издеваетесь, что ли? Бежим, бежим. Здесь, по крайней мере, спокойно. Правая нога куклы, отлично. Так, ну что, будем возвращаться ради чтения, нет? Я думаю, не будем. Я просто уже хочу выбраться из этого мира. Слишком опасно туда ходить с Алин. Здравствуй, девушка с цепью. Блин, она реально опасно выглядит теперь. Насколько я вообще понял, ее стоит лечить свечой, когда у нее начинается уже бред, галлюцинации, видения. Она садится на коленки, начинает звать маму. А пока что, в принципе, все терпимо. Так, ну хорошо. А где же нам взять руку? Куда этот медальон можно применить? Я, честно говоря, не совсем понимаю пока. Но мне кажется, там, где Джаспер был. А Джаспер у нас был здесь, по-моему. Нет, он у нас был вот тут. Давайте один маленько отведем в сторону, потому что, ну его нафиг. Там было слишком опасно. Нет, подожди, тут был не Джаспер. Или Джасп? Блин, я что-то запутался. Алин, отойди от меня. Девушка, хватит. Я просто не помню, где именно был этот медальон. Сейчас мы будем искать.
Надеюсь, я без нее. Смотри, как долго горит, да, факел? Так, и вот где-то... где-то здесь, что ли? В следующей, то есть, локации. Так, камера, камера, пожалуйста, что-нибудь. Тут маленькой помощи. Нет. А, вот, смотри. Нет. Странно, слушай. Куда же его тогда применить? Вообще ноль эмоций на мои действия. Там дальше я тоже не припомню, чтобы что-то полезное было. Да уйди ты от меня. Там, кстати, что-то лежит. Так, давай ты куда-нибудь отойдешь вот сюда, а я возьму. А то что? А, факел. У меня, получается, еще одно свободное место есть. Что-то я даже, честно говоря, не знаю. Хорошо, на кладбище у нас, по-моему, кстати, какой-то был такой, нет? То есть в то самое место, куда мы попали в первый раз, посетив это место, в самом конце, там, по-моему, что-то было именно такое. Но сейчас мы сходим сюда сначала, быстренько все осмотрим, потому что, по сути, не так опасно. Машина. А, нет, там дальше ничего нет. Там дальше... пустая локация. Блин, что-то я даже... я не припомню просто. А, сейчас найдем. Здесь все вроде окей. Вот эта вот штука, конечно, меня пугает, но вроде как не пытается меня убить. Здесь мы уже все взяли. Же. Да? Да, тут мы взяли. Осмотрим полностью локацию, пока более-менее спокойно. Спокойно, летай себе. Подожди, там что-то было. Нет? А, оказалось. Но здесь вообще вы можете видеть наглядную иллюстрацию того, что бывает с теми, кто в этом параллельном мире погибает. То есть даже, казалось бы, такой неплохой и, по сути, не желающий нам зла человек, как Джаспер, теперь пытается нас свинтить. Так, ну что же. Дырочки. Кладбище вон в левом верхнем углу. Туда не так далеко идти, но там по нашу душу будет постоянно ходить Уолтер Салливан. Как думаете, стоит оно того, нет? Почему бы нет? Локаций, по сути, не так много, так что... да уйди ты от меня. Так что я не думаю, что мы... да блин. Не думаю, что мы заблудимся. Так или иначе. Ай. Вот здесь. Пришел Уолтер Салливан. Вот кого не хватало точно. Блин, я просто не знаю. Мы же тут ничего не сможем сделать. Вот видите, что?
Давай по-быстрому перебьем. Да блин, ну камера, ну как же ты так, а? Спрятались вроде от него. Ай, спокойно, спокойно. Дружочек. Да блин, бей ты ее, ну ебану мать. Что-то мне кажется, здесь ловить особо нечего. Сейчас он меня выстрелит. Ну да. Тупо на самом деле. То, что мы настолько беззащитны перед ним. Давай, иди сюда. Как тебе? Нормально? Ай! А свеча, интересно, против него поможет? Да, это очень увлекательно. Нормально вошло? Так, прячемся. Я просто хочу понять, вообще как-то реально его прогнать или что-то в этом духе. Но что-то есть подозрение, что нет. И меня скоро убьют, похоже. Камера. Блин, спасибо тебе большое. Я не вижу его. Ты встанешь? Скотина, а? Ух, хоть маленькая лечилка была бы. Мне кажется, он встанет еще. Теперь давайте нормально осмотримся. После этого через дырочку пойдем к себе обратно домой. И маленько подлечимся. Это был своего рода эксперимент просто. Смогу ли я что-нибудь сделать против него? Могу, но... Если только в одиночку. Если я буду с Айлин, то он быстрее ее убьет. Блин, отобрать у него оружие. Короче, я сейчас у меня два варианта. Либо я умираю по пути назад, либо убираюсь, и все будет хорошо. Давайте уходить. Но, с другой стороны, я убедился, что здесь... Здесь нет ничего. Да пипец, честно слово. Что-то мне подсказывает, что... Тут застряли. Там лежит что-то? Нет, показалось. Здесь надо... Что? Какого черта? Офигеть, вот это реально жутко. Так, давайте подлечимся по-быстрому. Мне даже капсула сейчас, я думаю, пригодится. Я, конечно, хотел их поэкономить, но слишком уж сильно она получал. Этих у меня всего одна. И этих одна тоже. О, так, ладно, это мы убираем. Это мы убираем. Куклу придется таскать с собой, и это тоже. Так, ну в принципе все слишком нужно, чтобы выкидывать. Единственное, топор могу убрать. Но без него я как без рук буду. Что-то даже и не знаю. Нормально. Я думал, она, конечно, больше прибавит. Все по-прежнему. Здесь все тоже как-то так.
Так, ну что, сохраниться, я думаю, будет дорого дешевле в нашем положении. Потому что припасы подходят к концу. И, в принципе, ничего. Тихо, тихо, тихо. Что? Какого черта? Офигеть, что это было вообще? А чего такие приколы вообще, я не вижу. Я даже не вижу, что с этой дверью происходит. Может... Может, это с тобой что-то? Офигеть. Какой ты мистический. Какой мистический ты что? Я думаю... Куда, блин? Офигеть. Офигеть. Так, а что если я поставлю вот сюда? Только с работой, пожалуйста. Мне не нравится, что эти почки мяукают, как кошка. Ай-яй-яй-яй, это, по-моему, перебор. Нормально. Да. Так, а что там, Валин? Все по-прежнему, мой старый друг. Ты по-прежнему показываешь мне. Ладно, давайте сходим в ванную, посмотрим, что там. Да сегодня, на сегодня, наверное, будем завершать. Я устрою для себя сейчас маленький мозговой штурм. Куда же мне, блин? Как это не хочешь? Как хочешь. Потом мне как-то будет. Надо просто понять, куда этот медальон. В комментариях не пишите, я все же к следующей серии по-любому это сделаю. Пойдемся без спойлеров. Смотри, а здесь, кстати говоря, этой штуки уже и нет. Она то появляется, то исчезает, да? Кто-то постоянно пишет, что под кроватью лежит письмо. Но нет уже его. Нет. Нет? Окно могу проверить? А тут я даже посмотреть особо не могу. Так, описание. Моя записная книжка. Описание прежней. Вот это вот интересно, почему я больше не могу осматривать. Это же так круто было. Там было серьезное такое именно описание по каждому предмету. А теперь как-то не очень. Ну и в принципе, давайте на этом закончим. В следующей серии будем решать, куда пристроить этот амулет. Я думаю, что... Да я в принципе понял уже куда, но, блин, надо будет еще помозговать, короче говоря. Надеюсь, вам понравилось, потому что мы, судя по всему, подбираемся... Ну, не к финалу, потому что нам еще, я думаю, по второму разу придется посетить и апартаменты, и водную тюрьму, и больницу, но тем не менее мы уже очень так ушли вперед от середины игры и уже приближаемся к финалу. Я думаю, скоро все станет совсем плохо. Уже сейчас я, честно говоря, не понимаю, как нам играть дальше, потому что реально аптечек становится очень мало. С призраками воевать и с врагами приходится довольно много. При этом в квартире нас больше не лечат. Но в этом что-то есть. И сейчас я могу сказать, что во всем этом в квартире, в мирах стало находиться гораздо интереснее, чем было. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.